Национальный банк Молдовы опубликовал любопытную статистику, которая касается структуры денежных переводов в Молдову. Об этом пишет «Спутник МД». В июле 2017 года чистый объем банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц составил почти 105,5 миллионов долларов США, увеличившись на 8,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В распределении по государствам, в которых работают наши граждане, происхождение денежных переводов показывает, что основным партнером остается Российская Федерация. Сумма переведенных средств оттуда составила 37,18 миллионов долларов или 35,3% в общем объеме трансферов, что на 3,8% пунктов ниже июня 2016 года. Также следует отметить переводы из Израиля 15,2%, почти 16 миллионов долларов. Из Италии 12,4%, 13 миллионов долларов. США 7,9%, почти 8,5 миллионов долларов. Великобритания 4,9%, более 5 миллионов долларов. Германия 4,7%, почти 5 миллионов долларов. Франция 2,7%, почти 3 миллиона долларов. О чем это говорит? Наши трудовые мигранты, выбирая между тем, что приезжать или домой навсегда, или поддерживать родственников деньгами, выбирают пока второй вариант.